Вяжем образец на 10 петель плюс 2 крайние петли. Замеряем 10 петель. Крайние петли в мерку не входят. У нас получилось 5 сантиметров. Составляем пропорцию. В 5 сантиметрах 10 петель. В 1 сантиметре x петель. X равен 1 умножаем на 10, делим на 5. Получается у нас 2 петли в 1 сантиметре. 2 петли умножаем на 19 сантиметров, получаем 38 петель в 19 сантиметрах. Округляем до 40 петель, и у нас получается, что для вязания варежек необходимо набрать 40 петель. Делим 40 петель на 4 спицы, получаем 10 петель. То есть 10 петель у нас будет располагаться на одной спице.